Всем привет! Продолжаем рисовать дорожные знаки в Америке. Сегодня мы нарисуем знак, который называется Road Narrows, или сужение на дороге. Так, знак имеет у нас форму ромбика. Рисуем вот такой ромб, пускай будет у нас. Теперь нарисуем здесь такие три черточки или три пунктира. Потом рисуем вот так вот. Вот здесь тоже так же. С этой стороны вот такие две черточки. И теперь вот так вот. Сужение на дороге у нас обозначается вот так. Вот так. Вот. И теперь еще можно, я думаю, все это обвести черным фломастером. Черточки. Сюда и сюда. Теперь вводим ромб. И так вот. Ромб готов. Осталось его только закрасить, и наш знак готов. Увидев этот знак в Америке, наверное, в других странах, вам будет понятно, что впереди будет какое-то сужение. Может, там опасный участок или еще что-то. Вот так вот. Вот такой у нас получился знак. Road Narrows. Или сужение дороги. Всем спасибо, ждите новых дорожных знаков в Америке. Пока-пока.